Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь я, Ольга Сирота, автор курса, который называется «Укуси меня. Здоровая агрессия как энергия достижений». И сегодня еще немножечко, маленький такой небольшой к вам разговор по теме моего курса. Отдельный такой, знаете, подназвание, я бы его означила так. Не социофоб ли вы? Да, потому что если вы социофоб, а название это не диагноз, да, все мы немножечко социофобы, все мы не любим стоять в очередях, когда к нам сзади там прижимаются и толкают нас вперед. Всем нам не нравится какое-то пространство, всем нам не нравится, когда читают наши письма, когда заглядывают нам через плечо, да, или может быть у каждого свои вот эти вот зоны, которых нарушение не нравится. И невозможность вот из этих своих границ, да, других людей выпроводить, да, это как раз такая легкая степень социофобии, когда мы не можем сказать нет, когда нам вообще некомфортно на людях. А почему нам некомфортно? Потому что мы не защищаем свое пространство. Так вот, мой курс, среди прочего, и про такую легкую социофобию, потому что невозможность быть в контакте с другими, это как раз тоже про вытесненную агрессию. Вся ваша энергия, все ваши чувства, переживания, они уходят на то, чтобы сдерживать агрессию. Да, вы же с детства приучены ее сдерживать. А мой курс предлагает как раз разобраться, как раз ее достать и проанализировать, прочувствовать, прожить эту вашу агрессию, признать ее, изучить. И когда вы будете с ней в контакте, вы будете свободными, вы будете легкими, бодрыми, и все то, что называется такими социофобическими реакциями, они вас покинут. Вы сможете быть достаточно активны в контакте. И вы, естественно, сможете налаживать более продуктивные отношения с другими людьми, будь то противоположный пол или просто друзья, просто какие-то компании. Поэтому одна из больших тем моего вот этого курса про агрессию – это избавление от социофобических реакций, от неприятностей во время контакта с другими людьми. Потому что они, естественно, тоже следствие и суть вытесненных эмоций и подавленной агрессии. Поэтому, среди прочего, предлагаю всем социофобам, а я в прошлом тоже такой легкий социофоб, и в одном из роликов я вам об этом рассказываю, о том, что мне в свое время было сложно делать звонки по телефону, да, мне было сложно общаться с некоторыми людьми, я пугалась, я тревожилась, хотя никто этого не знал, да, все думают, что я достаточно такая активная, да, и вот эта вот степень социофобии у меня, естественно, проработалась и ушла, чего и вам желаю. Пожалуйста, мой курс вас ждет, скачивайте книгу, где-то здесь есть кнопочка «Скачать книгу», которая так и называется «Укуси меня, здоровая агрессия как энергия достижений». Подписывайтесь на мой канал и милости прошу в мои курсы, в мои онлайн-группы. С вами была я, Ольга Сирота. Всем пока, до новых встреч!